Давай. Hello, Chelsea. Mark Cameron Jones. Cameron, congrats on the win, and what you can say about this game? I thought we played really well as a team in the first half and in the third quarter, but I think fourth quarter we kind of took our foot off the gas. But everybody that played tonight played really well, and we just wanted to make sure we played hard and stayed fresh for the playoff game and keep our rhythm for everybody on the court. But I thought we played well besides the fourth quarter. Камерон каже, що ми зіграли дуже непогано перші дві-три чверті. Зіграли добре команда. У четвертій чверті трошки збавили газ і трошки втратили ритм, але добре, що зібралися. Виграли, хотіли зберегти сили перед плей-офф, але в підсумку добре, що перемогли. Добре, що зіграли так ці перші чверті. And what your thoughts about playoffs against Kyiv Basket? I think we played them really well this year. We obviously beat them one time this year in the bubble game, but I think if we play hard, we can challenge them. I know they're number one seed, but we feel good against playing them, and we're going to play hard and make it a good series for sure. Питання про Київ Баскет. Кемерон каже, що ми з ними грали непогані матчі, виграли в гру баблі. Тобто можемо зібратися, можемо видати непогану з ними серію. Okay, thank you very much. Good luck. Thank you. Thank you. I sit here or I go? Максим Хірсон, головний тренер Черкаських Клапок, зустрічаю з перемоги вас у останньому матчі регулярного чемпіонату. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, во-первых, хочу поздравить всех с праздниками, которые сегодня, их довольно много. Вот. И хочу поздравить с завершением регулярного чемпионата всех болельщиков украинского баскетбола и поздравить с победой тех людей, которым мы не безразличны, которые сегодня за нас болели. Очень здорово, что регулярный чемпионат завершили на такой победной ноте. Действительно, сегодня в игре была такая непростая задача и распределить время между всеми, и что-то поработать в защите, в нападении, и еще и победить. Честно сказать, в принципе, практически все это получилось. Там, может быть, 2-3 минуты кто-то переиграл, но это не столь критично. Вот, поэтому поздравляю еще раз своих игроков с победой. Были какие-то ошибки, не все получилось сегодня, есть над чем задуматься, есть над чем еще следующие два дня перед плей-офф работать, но постараемся подчистить. Уже мы играем намного лучше, чем это было вот в середине четвертого круга, когда мы были в таком глубоком пике. Как мне кажется, немножко выбираемся. Скажи, такий насыщенный, долгий сезон, так дуже багато матчів регулярного чемпіонату, як зараз сили фізичні, моральні, як команду налаштувати, тому що дуже багато зіграно, ще зараз вирішальна стадія. Ви знаєте, я зараз ігрокам сказав о том, що дуже складний для нас був сезон, учитывая тот старт, который у нас был. Мы, наверное, одна из тех команд, которая больше всех пострадали и от пандемии, от этого коронавируса. Все-таки там переболело у нас там порядка 20 игроков, и все и дети, и кого мы только не подключали, все переболели коронавирусом. И если отталкиваться от той ситуации, которая у нас была, когда у нас было 0-9, 2-13, когда уже, в принципе, многие не верили в то, что мы с этого дна турнирной таблицы выберемся. Я считаю, что мы не просто выполнили задачу, которая в тот момент перед нами была, а и перевыполнили. Мы все-таки, несмотря ни на что, вышли в плей-офф, притом забронировали себе место задолго до последней игры. Там несколько игр у нас было таких, которые уже ничего не решали. Мы добрались до финала Кубка Украины, стали серебряными призерами, поэтому я считаю, что задачи на регулярный сезон мы выполнили сполна и, может быть, даже где-то перевыполнили, исходя из той позиции, которая была на старте. Регулярный сезон завершен, мы в плей-офф, сейчас начинается абсолютно новый турнир, абсолютно новый чемпионат, где
Как мне кажется, все команды равны, и у каждой команды не имеет значения, это первое место, восьмое место, второе, седьмое, не имеет значения. У каждой команды в этом чемпионате и в этом отдельном турнире под названием плей-офф есть шанс дойти до финала и стать чемпионами. Сейчас нужно забыть обо всех сложностях, которые были на протяжении регулярного чемпионата, и сфокусироваться на этом новом, самым важным в этом сезоне турнірі. Так, ну, можливо, кілька слів про «Київбаскет» скажете? Як... «Київбаскет», звісно ж, це, мабуть, сильніший суперник, який мог би нам попасти, тому що команда – чемпіон регулярного чемпіонату. І, звісно ж, вони заслужено зайняли перше місце. Точно так же задовго до завершения регулярки они себе забронировали первое место. Просто так это не бывает. Хорошая команда, хороший набор игроков, хороший тренерский состав. Нам играть с ними нелегко. Все игры, которые мы с ними сыграли, независимо от того, это была предсезонка или это были игры чемпионата, все эти игры были очень сложные, потому что довольно много вариативная команда, которая имеет и классических центровых, и подвижного, там более универсального центрового, очень-очень сильная задняя линия. В общем, команда, в принципе, укомплектована шикарно, отлично, и хорошими украинцами, и отличными американскими легионерами. Тем не менее, мы в бабле показали, что, в принципе, нам по зубам «Київбаскет», да, и те игры, которые мы проиграли, я думаю, за исключением вот домашней игры, где мы играли совсем молодым составом, когда мы были просто изранены этими всеми потерями, мы там первую половину поборолись, вторую уже не смогли, не хватило сил. Это, наверное, единственная игра, где мы проиграли без вариантов. Все остальное, я думаю, что мы знаем и понимаем причины поражения и понимаем, что, исправив эти ошибки, мы можем рассчитывать на успех в этой серии. И хотим, конечно же, драться. Спасибо, удачи вам. Всего доброго.